Завершается ремонт психоневрологического диспансера в селе Приютное. Капитальная реконструкция здания проводится впервые. На эти цели, согласно распоряжению главы региона Батухасикова, было выделено 43 миллиона рублей. Ремонтные работы начались осенью прошлого года и должны завершиться в сентябре. В ходе ремонтных работ будет произведена замена кровли, окон, дверей, а также инженерных коммуникаций. Установлены новые системы вентиляции и водоснабжения.